нашей последней встречи прошел еще один этап российской серии кольцевых гонок в Казани. Прошел для нас достаточно удачно, несмотря на то, что в первой гонке мы сошли технические причины. Ну, одну из побед мы забрали, в общем, хорошо. Лидерство сохранено, очковый запас увеличен, все было по плану. Как-то так получилось, что мы вам совсем не рассказали о технике, на которой мы принимаем участие в соревнованиях. Так вот, пару слов об автомобиле. Данный автомобиль является неким аналогом Lotus 7. Называется он Shortcut. Является отечественным автомобилем, то есть произведенным в России по большей части из российских комплектующих. Резина полуслик. Двигатель выдает порядка 190 сил. Вес этого автомобиля с пилотом составляет 600 килограммов, что позволяет разгоняться на наших российских трассах до 210 км в час. Тренировки здесь прошли, ну, на самом деле, достаточно неплохо. Все, что мы делали на тестах перед сезоном, получилось, но на фоне остальных участников мы достаточно серьезно не добирали по скорости, поэтому квалифицировался я только восьмым. Четвертый этап российской серии кольцевых гонок. Это значит, что экватор сезона пройден и осталось всего лишь три этапа. От этого немножко грустно, но немножко уже и радостно, потому что четыре этапа мы лидируем в классе спортпрототип. Вторая гонка прошла достаточно эмоционально, очень много злобы от соперников я получил по непонятным для меня причинам. Вот. Но это не помешало мне в очередной раз приехать вторым. За победу, конечно, не поборолись, но очки хорошие получены, очковый запас увеличен. Очень хочется развития класса в дальнейшем. Очень хочется еще поработать с этой машиной и показать действительно, что мы можем в совокупности с хорошо подготовленным автомобилем и хорошим пилотом.